В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Так, вот, делаем мы, так сказать, гребень под 45, вот это 0. Обычно в эти места заглатывает герметик. Вот сюда вот. И он потом, когда сжимает. Так, ну сейчас мы будем внимать наши не должны у нас по этим вот местам все сгибаться. Так, постепенно. Самое такое место, когда эта кромка должна подняться. Сейчас думаю, как я отгибаться. Мы даем на веки. На веки даем. Либо же есть, хотя есть. Что-то тут забыл. Главное вот это винегим, чтобы она у нас четко. Это винегим отбивалась. Все сделать правильно, то мы должны все запасть. Правильно, то не сойдет. Не сойдет. В этих местах. Ну, вот у нас тут получилось, как мы хотели. Не делать это меньше, больше. Так. Так получается. Сейчас сюда поставим. Начнем здесь.